Совместно привлекать инвесторов намерены в министерствах сельского хозяйства и иностранных дел. Ведомства приняли план действий на ближайшие 3 года в числе направлений документа развития торговли. Главы министерств встретились с представителями дипкорпуса различных стран и ответили на интересующие их вопросы. Как отметил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, главная цель, стоящая сейчас перед ведомством, — развитие агропромышленного комплекса и улучшение экспортного потенциала страны. По плану, к 2021 году объем экспорта должен увеличиться до 1,5 миллиарда долларов. Министерство будет заниматься продвижением отечественной продукции на международные рынки, а также привлекать инвестиции для создания высокотехнологичных перерабатывающих производств в сфере АПК. Потенциал в этой отрасли для зарубежных предпринимателей, в свою очередь, подчеркнул и глава внешнеполитического ведомства. Еще одной важной областью деятельности нашего министерства и Министерства сельского хозяйства – это обмен знаниями и опытом. К примеру, в конце апреля казахстанские специалисты проведут семинар по орошению совместно с различными странами и компаниями. Мы планируем оказать помощь некоторым странам в рамках этой программы.